Доброе утро, друзья! С вами Ирина Подрядова и рубрика «Грамотность в массы». Как думаете, как правильно сказать, пара башень или башен? Давайте вместе искать ответ на вопрос. На этот счет существует простое правило. Слово «башня» относится к первому склонению. Последний, согласный звук основы, мягкий, а в родительном падеже у таких имен существительных на «ня» мягкий согласный звук «н» заменяется на твердый звук «н» с нулевым окончанием. Например, правильно писать и говорить «башня» – «башен», «вишня» – «вишен», «пашня» – «пашен», «читальня» – «читален». Однако есть слова-исключения, которые требуется просто запомнить. Их всего четыре. Барышня – барышень, боярышня – боярышень, деревня – деревень, кухня – кухонь. На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А я жду ваших писем на почту. До встречи утром!